По школьному автобусу бьются белые акации, первоклассники не боятся, как бы их не покалечили, или не все знают наизусть про мегавоз, декларацию, не все любят людей, иначе бы всех расчеловечило. Все вы паркали на земле где-то в 2 метрах, все вы говорили, извольте спасти его, пожалуйста. Все вы носили ярко-салатовые гетры, и каждый был бы сам себе староста. Нелогично в такой степени, что смысл вообще не нужен, будешь сидеть и думать о своем. Мятая стрекоза пошла, что утюг нагруженный, дальше распухшая голова влезет в дверной проем. На что они надеются, выплескивая знания в массы, их никто не выучит, лишь выучит и бросит. Но каждый с уверенностью бесит вас, и не подозревая, что вас ярко-салатовый гетер не носит. Но толстолобым плевать, они поправят очки и начнут гундосить, если декларация прав будет всех пробуждать. И через 3 года все хором попросят. Отменить все, кроме ярко-салатовых гетер, сменить килограмм в секунду, метр. Ничего нет и ничего не надо, когда ты умеешь думать и говорить задом. Отменить все, кроме ярко-салатовых гетер, отменить килограмм в секунду, метр. Ничего нет и ничего не надо, когда ты умеешь думать и говорить задом. Вот узнаю, что такое кондуктор, и обязательно улечу отсюда, потому что каждый день здесь орёт репродуктор, не пей вина, не круто, здесь очень странное место, всегда холодно, очень и сыро. В магазинах не найти горячего теста, полкилометра до скимой пломбира, усатых продавщиц взгляды вбивают в кабельный пол. Кондуктор, я знаю, ты где-то рядом, но не хочет эта штука, чтоб я ее нашел. Я искал кондуктор на рынке в гипермаркетах и салонах связи, но усатые продавщицы давали мне битые линки, отсылающие к профилической грязи. Я узнаю ответ на вселенские вопросы вообще. Я буду непобедимой уткой в черном плаще. Я стану сам себе конструктором, но только найти кондуктор. Я буду гнать через поля велосипед, и мир взорву, если кондуктора в нем нет.